Она меня жрет. Мне показалось, я только что пони увидел. Окей. Напряженно. Идем дальше. Разве не так легко дамся этой собаке? Есть! Смотрим, что будет дальше. Фух. Не, по идее, сейчас ролика не будет. Сейчас будет... неожиданная, ну короче, игра превратится в кое-что другое. Прошло уже много лун с тех пор, как она начала свой путь. И сегодня, наконец-то, настал тот день, который она ждала, чтобы отомстить, сделать то, что она должна была. И это Цучиме... Ранка. Который будет биться против своего отца. Фу, ну короче, игра превратилась в 2D. Какой-то странный. Судья какая-то странная девочка, и все. Так, и мне нужно его... Опа, есть. Нужно снять маску с него. Скажем так. Иди сюда. На этом уровне мы, возможно, задержимся пару раз, потому что победить его под конец не особо легко. Блин. Блин.
Есть. Есть. Еще 4 раза. Да уж. Забавный уровень. Раунд 2. Файт. Только сейчас у нас будет еще одна проблема. Вот эта маленькая девочка тоже захочет нас убить с 3 глазами. Есть. Есть. Ну что ж, последний раунд. Зеленая маска. Надо найти сейчас чувака именно с зеленой маской. Потому что если пытаться всех завалить, то это будет проблематично. Есть. Ай, блин. Ненавижу этот уровень. Меня побили. Как девчонка. Стоп, я же играю за девчонку. Так, опять все сначала. Ну ладно. Блин. Обидно, так быстро. Так близко был к победе. Ну давайте уже начинайте. На упор ты, папаша. Есть. На тебе. Так, первый раунд наш. Второй раунд. Она сошла с ума, походу. Есть. Прекрасно, ни одной из жизни не потеряно. А теперь финал. Так, зеленая маска. Так, один раз готово. Блин, попали. Есть, готово.